Сейчас мы поиграем в Ребрау, ребят. Я попробую поиграть в дружескую игру. Закрыть? Давайте попробуем поиграть в Боулинс. Погнали. Я выиграю. Ребрау это какая-то, это с модами. Игра с модами. Можете назвать просто игра с модами. О, взял. Оп, оп, оп. Меня сдохли. Юху, ребята! Дорогие подписчики, ставьте лайкосы под видосы. Конечно. Ой, блин. Ну ладно. Выбивай. Кидай, 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 кидай. Закидывай, 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 закидывай. На. На, я просто втащил. Найс. Мой любимый бравлер в Ребравле. Ну, погнали. А мы неоновые зайчики, пожалуйста, зайчики, что вы не платите. Можно быть далеко? Быстрее. Ха-ха. Либо вообще на уже катку включил. Я еще каточку выбрал. Выбрал мой свой раз. Так это... Мне кто-то на заднем фоне говорит. Дай мне один раз. Ну, я скажу. Какой я скажу.
не понимаю. Ну, у меня, кстати, такая ситуация, но меня брат оставил, прикинь-ка. Говорит, пошли пешочком, нас папа догонит, а мы с папой не догоняем. Угу. Какой это же не знаю. Я так и бы дам вот этому человеку, который не заметил. Следующую карту. Ну, да. Ну вот, ребята, сейчас будет играть мой брат. Мой брат сейчас будет играть, мой брат. Так, повторяю, всем привет. Всем привет, а мой сначала брат. Мне надо кое-что проверить. Мы заходим, ребята, как вы поняли. Что я говорю вам проверить? Мне. Где? Это Динамо. Вот. Мне посчитать. Как вы знаете, ну не знаю. Ради него он кидается в круг цели. Не знаю, поняли вы это? Или нет? Я Максиму вторым ТНТ не сдал. Вот, смотрите, ребят. Кисимаков. Ну что, вы заметили, когда еще на губах. Кисимаков. Супер, это как-то не проблема, Максим. Не, вы как бы не выбить. Короче, все, мы идем играть в настоящий Браво. Можно робот взять? Робот не может взять банку. Робот, возьми банку. Не хочу я в другу, ребята. Я хочу в нокаут. О, ребят, не знаю. Васоду давайте. На суде мы пойдем в эту карту. Я беру... Вот этот скин... Вот этот скин из Brawl Pass. А это Крампус Гейл. Он был этот. А это новый вышел. Еще вышел 70-й Бравлер мод, 70-й Бравлер, новый, редкий. Какой-то Нани. Вижу. Вижу. Я за него потом сыграю? Или не сыграю? Ну и за гейла я потом сюда, иди не ставлю. А сейчас, ребят, я почему лосота хочу? Возьму вот что, брали, как вы знаете, у него очень крутой лосо. Вон то я буду прямо стукать в руки лосо и мочить всех. Да, ребят? Вот да, кто не знал? Да. Угу. И так, опа.
смотрим все кустики. Мы их разбили. Это конец. Теперь буду играть я, ДН228. Теперь опять будет играть мой брат. Сейчас, только что играл мой брат Максим. Теперь буду играть мой брат Денис. Так, я еще ни разу не играл за мой брат Денис. Сделал эту пушку. Сказал Денис. Ладно, ребят, все, смотрите. Я это профессионал, который записывает видос, который главный человек канала. Все, какая пушечка попала? Да. А, ты можешь кидать себе мачу, вот эту штуку. Оп. Оп. Так нечестно. Оп. Оп. Теперь... Я поставлю своего маленького дружбана. Кидай за лица уже. Готово, смотри. Короче, пацы, я читер, а вот вы никто, вы просто никто, пацы, вы никто, вы просто. Ну что, спрут, лови плюху. Пока, спрут. Это тебе биокарма моментальная. Барли с плюшками. А можно еще две карты, не знаю, что ли? Потому что я хочу быстро закончить, я вот. Какие молодцы, самолеты, вертолет, через год уже приседет. Добивай. Можешь убить сейчас? Да, все. Можно убить? Ну, почему? Вертолет сам. Не, ну я вертолет. Ребят, пойдем еще раз за этого чела. Кем молодцы, сам молодцы, вертолет. Третий год уже. Третий год, ну да. Говорят, я делаю все обманно. Говорят, я делаю все обманно. Говорят,
скажи мне, отличить петушкам. У моих петушков есть петушки, ля-ля. Спасибо, чел, ты вот мой лучший друг. Только что мне чел просто очень сильно помог. Знаешь, что он делал? Лоханулся. А, это уже. Только что мне этот малый мальчик, помнишь? Малый мальчик. Он пошел к нему в коктейль. Да. И что, ты куча хмельного, да? Да, иди. Это первое. Второе. Второе, я хотел. Ты супер, много хмельного испытать. Что такое? Time to rock!
опять ребята скачали. Я выиграл, ребята, ура! Теперь давайте с вами... Давайте вас встретим. Интересно, за этого брата стоит. Он вот только новый. Пойду за него. Ну давайте Блоубол. Не знаю, ребят. Не знаю. Давайте Блоубол просто. Давайте сейчас гараж проверим. Ребята, давайте еще как-то. Просто я первый раз за этого брата Давайте еще катку, ребят. Я тут подумал, давайте за Брабдера другого. Давайте за... Все, ребят, погнали. Ну что, ребят, погнали? Yeah.
snow. Slow and steady wins the race. Hey! Slow and steady wins the race. Так, ребята, проверяем, пусть тебе. Я попробую сейчас раздеваться, как культы убить, культы. Или это ключ из дома, и все будет все. Человек, который остался. Я примариваю, где он? Ну где-то вот здесь, ребят, видите? Ребята, извините, но я чуть не сдох. Я не одно, честно. Yeah.
могу, я пожарю. Там чуть-чуть осталось. Вот есть на двоим. Там чуть-чуть осталось. Так. Я спрашивал вчера у мамы. Она мне сказала нет, эконом. Так ну честно. Да. Доедайте, говорю. Эконом. Денис сейчас говорит нет. Денис, можно твоей маме сказать, папа сказал твоей, на твоей. Потому что я вообще обещаю. Я найду чуть поесть. Так и быть. А нет, кореш мне хотя бы маленький кружок, тоненький. Хотя бы на бутерброд. Ты так тут раз... Денис, ты так тут раз я жирные куски нарезал. Жирнее, чем у меня. Ребята, если что, я на связи. Как вы видите... Видео еще долго идет, полчаса уже. Но мы продолжаем снимать. Я снимаю видос с экрана. С экрана! Ну, типа запись экрана. Нет, давайте лучше поговорим. The power! Ой, извините, ребят. Гад, по-моему. Ну ладно. Дино прыгает. А, ребята, это мы как Динамо.
Ну что я взял? Еще 9 минут и чтобы час ровно был, ребят. Вот так видно, занимайте. Максим, смотри. Как там? Типа как у меня? Ну, по-другому надо смотреть. У меня 3 раза получилось. 4. Раз, два, три. Смотри, вот так, я почти. Смотри, вот так. Сейчас покажу. Надо вот наоборот. Не надо сильно, потому что ты делаешь? Нет, так не получится. Наоборот, так получится. Смотри, смотри. Первый раз. Второй раз. Двадцать два.